Отапливается углем. Клубы дыма разносят по всему жилому комплексу. Люди жалуются, задыхаются от едкой гари. У нас единственный двор, мы находимся в Николаевке, нам куда с детьми уходить? Дети хотят на каруселях вон кататься, в песочнице играть. Мы одеваем детей, уходим, и задымление стелится полностью. Ну, то есть этим дышать, правда, нельзя. Жилой комплекс «Параллели» сдали год назад.